Я буду делать эксперимент, который где в стакан может набрать воды в... так. В перевернутом виде. Да. И тогда нам понадобится стакан, тарелка. С водичкой. С водичкой. Немного. Чуть-чуть. Пробка. И спички. Хорошо, тогда давай показывай, как и что мы будем делать. У нас водичка. Пробку в тарелочку с водой. Вода у нас уже там есть немножко, мы ее туда положили. Вот так вот поставили. Затем берем спички. Поджигаем спичку. Да, вот так поджигать спичку. Может, надо другую взять? Я не могу. Ну, давай я подожгу. Так, спичка зажжена. Потухла. Надо вторую спичку. Так, дубль 2. Спичка зажженная. И теперь мы ее кладем быстро на... чтобы она не упала, на пробку. И накрываем стаканчиком. И вот сейчас... И что произойдет? Как фокус получится или нет? Кажется, вода поступает в стакан. Невероятно. Вода налилась сама в стакан. Фокус удался? Да! Удался. Ну, теперь попробуем. Или можно поднять этот стакан с водой. Или вода выльется. Ульк. Отлично. Всем большое спасибо. И пока. Пока всем.